Телецентр Останкино предпринимает попытку взыскать долг в размере 9 миллионов рублей с телерадиокомпании Николая Дроздова, которая ранее снимала популярную программу «В мире животных». Телецентр подал иск в суд на телерадиокомпанию АСТВ, владельцем которой является известный ведущий зоолог Николай Дроздов. В 90-е годы телекомпания занималась продюсированием таких популярных научно-популярных программ, как «В мире животных», «Очевидное невероятно», «Клуб путешественников» и другие. Однако съемочный процесс был прекращен в 2018 году. Сейчас ТТЦ Останкино требует возврата долга, накопившегося с 2017 по 2018 год, по договору о предоставлении услуг, и уже подключила приставов для взыскания суммы. Однако в настоящее время телекомпания Дроздова находится в процессе банкротства, а счета АСТВ заблокированы. Сам Николай Николаевич, 86-летний ведущий, сосредоточен на борьбе с онкологией. Он недавно прошел курс противоопухолевой терапии и восстанавливается на даче под заботливым присмотром супруги.